вспомогательные средства могут вам помочь обратить на вас внимание и привлечь клиентов. Очень решающее и большое значение имеет метод работы с набором Starbucks. Скажите, у кого сегодня есть с собой Starbucks? Das ist schon mal gut und ein erster wichtiger Schritt. Это очень хорошо, и это ваш первый важный шаг. Aber es reicht noch nicht. Но его пока недостаточно. Weil Sie haben die zwar dabei, aber Sie haben die irgendwo in Ihrer Tasche versteckt. Потому что хотя у вас и с собой набор Starbucks, но он у вас, как правило, находится в сумке, он спрятан. Und dann sind Sie mit versteckter Starbucks durchs Hotel gelaufen. И вы, наверное, пробежались по отелю на доклад сегодняшний со Старбоксом в сумке. Наверное, так? Wenn Sie mit diesem Instrument auf sich aufmerksam machen möchten, а если вы хотите обратить на себя внимание благодаря этому рабочему инструменту, dann tragen Sie die neben Ihrer Handtasche oder Ihrem Koffer. То лучше носите не в сумке Starbucks, а, может быть, в руке. Immer, immer sichtbar, immer. Всегда на виду. Egal wohin Sie gehen, jeden Tag, und wenn Sie nur zum Bäcker gehen. И неважно, куда вы при этом идете, может быть, просто в булочную, берите с собой Starbucks в руку. Sie sollen sie nur mitnehmen, Sie sollen nicht darüber reden. Не нужно при этом постоянно о нем говорить, просто возьмите его с собой. Was glauben Sie, was dann passiert, wenn Sie die immer mitnehmen? Как вы думаете, что тогда произойдет, если вы постоянно будете на виду носить Starbucks? Sie werden, dann merkt man sie und schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Aha. Wenn ich die immer mitnehme und noch nichts darüber gesagt habe, werden die Leute neugierig. Может быть, действительно так. Но прежде всего, если вы будете носить Starbucks на виду в руке, но при этом не говорить, вы можете создать некую таинственность, а также заинтересовать людей. Ich habe das selber ausprobiert. Ich kann das garantieren, dass das so ist, dass die Leute neugierig werden. Я сама вот так делала и гарантирую вам то, что люди действительно интересуются и становятся любопытно. Ist das gut, wenn die Leute neugierig sind? Bitte? Ist es gut, wenn die Leute neugierig sind? Скажите, а хорошо, когда люди становятся любопытны? Конечно. Was hab ich davon, wenn die Leute neugierig sind? Что я могу получить от того, что человеку станет любопытно вдруг? Verkaufen. Nicht sofort. Продать не сразу. Bestellen. Nicht sofort. Заказать тоже не сразу. Interessieren. Richtig. Правильно. Заинтересовать. Aus dem Interesse mache ich einen Termin. Совершенно верно. Обратив на себя внимание и заинтересовав человека, вы можете назначить встречу. Wenn ich die Spielregeln einhalte, werde ich dadurch Termine bekommen. Если я буду соблюдать правила этой игры, то у меня будет возможность назначить деловую встречу. Ich möchte das mal vormachen. Я хочу вам это продемонстрировать. Unser LR-Geschäft lebt ja von Terminen. Наш бизнес, компания LR, он не основывается на назначении и проведении встречи. Wenn Sie erstmal einen Termin mit einer Person haben, können Sie alles daraus machen. Если вы планируете провести деловую встречу с вашим партнером или клиентом, вы можете делать все, что угодно. Sie können Ihre Produkte verkaufen. Вы можете продавать продукцию. Aber Sie können natürlich auch als Partner gewinnen. Но вы можете не приобрести нового партнера. Deswegen sollten Sie das Geschäft richtig rüberbringen. Поэтому вам необходимо правильно выстроить подход в вашей презентации. Wenn Sie die Starbucks mehrere Tage mit zum Bäcker genommen haben, zum Beispiel. Например, вы с собой часто носите Starbucks в разные места, можно даже в булочную. Dann kommt vielleicht irgendwann die Frage von der Bäckereiverkäuferin, was ist das? И наступит момент, когда булочник или его супруга все-таки спросит, а что это у вас в руке? Zwischendurch legen Sie die auch mal oben auf die Theke, weil Sie bezahlen müssen. Вам нужно оплатить за булочки, вы кладете Starbucks на прилавок или на стойку. Dann wird die Verkäuferin natürlich diese Prominenten sehen. И вдруг продавец обращает внимание на картинку, на крышку Starbucks. И возникает вопрос у человека, что это у вас там такое? И теперь вам главное не допустить ошибки. В булочной aufmachen. Просто открыть. Und sagen, ja, was ich hier habe, zeige ich Ihnen. Parfüm.
И сказать: вот, посмотрите, как мне есть кое-что интересное, парфюм. Ist sie jetzt noch neugierig? Скажите, любопытство может возникнуть уже сразу? Nein, jetzt ist sie ja nicht mehr neugierig, sie weiß ja jetzt, was da drin ist. Может быть, даже и нет, потому что человек сразу видит, что там находится. Wenn ich Pech habe, bekomme ich jetzt keinen Termin mehr. И если мне не повезет, то встречи из этого не будет. Weil sie sagt, ach, Parfüm habe ich genug zu Hause, da habe ich meine. Потому что дама может сказать, ну, парфюма мне и так дома достаточно. Sie ist nicht mehr neugierig. И больше не станет интересно. Also lassen Sie bloß die Starbucks zu. Поэтому просто оставьте пока Starbucks закрытым, не открывайте их. Sagen Sie ihr, dass darin ein Geheimnis steckt, nämlich das, wie zum Beispiel Bruce Willis riecht. А лучше скажите, что в этой коробочке есть секрет определенный. И указав на изображение звезд, вы скажете, что вот там запах от самого Брюса Уиллиса. Ich frage Sie, welchen Mann Sie hier attraktiv auf der Starbucks findet. И, возможно, действительно, у человека возникнет заинтересованность, взглянув на изображение на Старбоксе. Und sage dann, ich möchte ihr gerne zeigen, wie dieser Mann riecht. И вы можете сказать человеку, который заинтересуется и заинтригован будет, да, я могу вам продемонстрировать этот аромат самой звезды. Und dann packe ich die ganz schnell unter meinen Arm und sage, das möchte ich Ihnen mal zeigen, aber nicht hier in der Bäckerei, wo es alle mitbekommen. Но при этом вы можете сказать, что мне бы не хотелось здесь, на бегу, показывать вам и демонстрировать данный аромат. Может быть, мы встретимся в более удобном месте? Dann lassen Sie uns mal lieber nach Feierabend mal einen Kaffee trinken und dann zeige ich Ihnen das. Назначьте встречу, выходной день, за чашечкой кофе. Und dann habe ich meinen Termin, weil sie dann weiterhin wissen möchte, was ist da drin. И у вас уже назначена встреча, потому что человек заинтересован, и он очень хочет узнать, что же скрывается в этой коробке. Und somit präsentiere ich mein Geschäft auch auf die richtige Art und Weise. И таким образом я правильно представляю продукцию. И свой бизнес. Denn wir machen kein Haustürgeschäft. Потому что мы не занимаемся бизнесом на пороге, стуча в дверь просто так. Wir wollen nicht auf offener Straße verkaufen. Мы не хотим просто на улице продавать свою продукцию. Wir wollen das in einer angenehmen Atmosphäre machen. Мы хотим предлагать продукцию LR в приятной атмосфере. Ich möchte auch die Chance haben, Originale zu zeigen, wenn ich präsentiere. Потому что мне хотелось бы также иметь возможность демонстрировать не только пробники, но и оригинальные наборы. Wenn ich jemandem die Proben zeige, dann möchte ich die Möglichkeit haben, ihm auch Original-Flakons und Sets mal zu zeigen. Когда я демонстрирую клиенту или заинтересованному человеку пробники, то просто необходимо иметь под рукой и целые наборы парфюмерные, чтобы продемонстрировать человеку их. Das kann ich nicht auf der Straße und nicht beim Bäcker. И это, конечно же, невозможно ни на улице, ни в булочной. Das kann ich im Wohnzimmer oder Esszimmer meiner Kunden. Я могу это сделать либо дома клиента в хорошей обстановке. Wenn Sie in der Bäckerei versuchen zu verkaufen. Если будете пытаться продавать продукцию прямо в булочной. Und Sie sprechen die Dame später auf das LR-Geschäft an. И позже вы будете говорить с женщиной, заинтересованной в бизнесе LR. Dann wird diese Dame denken, dass das LR-Geschäft darin besteht, Produkte auf der Straße zu verkaufen. То этот человек, возможно, будет думать постоянно, что бизнес LR – это значит продавать продукцию на улице или где-либо еще. Weil sie es genauso kennengelernt hat. Потому что именно она вот так познакомилась с этой компанией. Deswegen ist es gut, das seriös zu machen. Поэтому очень важно серьезно подходить к этому делу. Bei Ihrer Geschäftsvorstellung über den Punkt sprechen, muss ich da andere Leute ansprechen in diesem Geschäft? Когда вы позже размышляете над методами своей работы и планируете очередные встречи, dann können Sie im Falle der Bäckereiverkäuferin selbstbewusst sagen, то даже и в случае встречи с человеком в булочной, вы можете сказать, ich muss die Leute nicht ansprechen. Sie sehen es ja, Sie haben mich angesprochen. Может быть, не всегда мне нужно обращаться к людям. Они сами могут ко мне обратиться. Sie wollten noch wissen, was da drin ist in der Starbucks. Потому что ведь эта дама хотела узнать, что находится в Старбоксе. Das wird ihr natürlich das Geschäft auch interessanter erscheinen lassen. И вам самим ваш бизнес и методы работы могут показаться сильно разнообразными и интересными. Noch ein
paar Punkte, wie man dann später zu seinem Lieblingsparfüm kommt, damit es auch weitergeht und man richtig Parfüm verkauft, ist, dass man eine ruhige und duftneutrale Umgebung findet. Очень важно, предлагая парфюмерную продукцию и подбирая определенный аромат, индивидуальный аромат каждому человеку, именно делать это в спокойной, приятной обстановке. Und die meisten Menschen lassen sich natürlich auch durch die Optik von Flakons verleiten. Ich gehöre auch zu denen, die immer schauen, wie sieht denn die Flasche aus. Конечно же, внешний вид флакона и парфюмерной продукции тоже имеет большое значение для выбора ее клиентами. Das ist mit maßgebend auch für die Entscheidung für einen Duft. И, конечно же, сам аромат тоже имеет большое значение, понравится он или нет. Darum, wenn Sie einen Termin haben für eine Duftberatung, haben Sie bitte immer mindestens ein Duftset dabei. Поэтому, когда вы планируете встречу, на которой вы представляете парфюмерную продукцию, то кроме пробников, имейте, пожалуйста, под рукой всегда и целый парфюмерный набор, хотя бы один. Bevor man dann quer sich durch die Starbucks riecht, sollte man sich ein bisschen nach den Duftkategorien orientieren. И когда вы изучаете вместе с клиентом набор Starbucks, там очень много ароматов, то нужно уметь сориентироваться и найти определенные категории в парфюмерии. Das heißt, ich stelle der Kundin oder dem Kunden eine ganz entscheidende Frage. Вы можете задать вашему клиенту вопрос. Die Düfte, die Sie benutzen, oder die Düfte Ihrer Vergangenheit, in welche Richtung gehen die? Вы можете спросить его, каким парфюмом вы раньше пользовались и какие предпочтения парфюмерные у вас есть сейчас. Und dann kann ich ihm zum Beispiel hier die Kategorien vorlesen und er wird ungefähr eine Richtung wissen. Если вы уже сами разобрались в Starbucks и распределили содержащиеся в нем ароматы по тем или иным категориям, вы можете спросить человека, что вам больше нравится, цветочный аромат. Genau, also blumig, fruchtig oder orientalisch. Фруктовый или восточный. Und dann habe ich schon mal eine Richtung und bin begrenzt auf einige der LR-Düfte. Соответственно, когда вы узнали, скажем, выделили эту категорию для данного клиента, то у вас уже есть определенный путь выбора парфюма. Dann sprüht den Duft immer noch nicht auf die Haut. И затем, конечно же, не нужно сразу на кожу разбрызгивать парфюм. Потому что если чему не понравится этот парфюм, то вряд ли ему будет приятно потом идти с этим парфюмом по улице и встречаться с другими людьми. Die Vorentscheidung für Düfte, die man auf die Haut sprüht, ist immer auf dem Duftstreifen. Лучше всего парфюм, который вы предлагаете на полу, наносить на тестеры, на полоски. Aufsprühen und dann mit Kugelschreiber beschriften, damit man später noch weiß, was war welcher Duft. Нанесите парфюм на тестер-полоску, подпишите ручкой название, чтобы человек мог также знать, какой-то парфюм, как он пахнет и как называется. Kennen Sie Düfte, die länger brauchen, um zu wirken, um gut zu werden? Знаете ли вы из нашей серии парфюмов те, которые требуют времени для того, чтобы раскрыться и чтобы понять его аромат? Ja, welche denn? Welche sind какие, например? Welche например? Назовите, пожалуйста. Лавенгли. Лавенгли, zum Beispiel. Ja, Лавенгли. Да, Лавенгли, совершенно верно. Брюс Виллис. Брюс Виллис. Брюс Виллис, абсолютно, точно. Er braucht wirklich Stunden, um richtig gut zu werden. Брюс Виллис, этому аромату необходимо целый час примерно, для того, чтобы полностью раскрыться. Ich finde den ersten Tag später gut. Особенно на следующий день, мне очень нравится запах Брюс Виллис. Харрен. Харрен. Каролина Куркова. Каролина Куркова. Интенсивные дюфты brauchen länger. Это очень интенсивные, насыщенные ароматы, которым требуется время, чтобы раскрыться. Джанглмен тоже. Джанглмен тоже. Wenn die Kundin diese Düfte sofort riecht, auf der Haut oder auf dem Duftstreifen. Дело в том, что если клиент вот именно данные ароматы сразу понюхает, dann könnte sie ihn eventuell ablehnen, nur weil ihr zu stark ist. То может возникнуть реакция некоторого отторжения, может не понять этот аромат, может ему не понравится. Darum gibt es eine kleine Hilfe, wie man Leute eher überzeugen kann. Поэтому есть небольшой, так сказать, совет или способ, как можно убедить человека, что это хороший аромат на самом деле. Und das könnt ihr sehr schön zu Hause vorbereiten. И дома можете уже подготовить этот материал. Nehmen Sie einfach die Duftstreifen und besprühen sie mit den intensiven Düften. Уже дома, до встречи, возьмите тестеры полоски, нанесите на них вот эти насыщенные ароматы. Habe ich auch beschriftet, natürlich. Подпишите название. Und dann
kommen die in einen Folienbeutel. И затем положите их вот в такой пакетик. Und natürlich immer nur jeder Duft für sich und mache den zu. И, конечно же, одну полоску на пакетик вы вместе закрываете. Und mit der Vorbereitung gehe ich zum Kunden. Einen Tag später. И через день, например, вы идете с этим материалом к клиенту. Und somit bekommt der Kunde die Herznote und den Fond auch gezeigt. И таким образом клиент уже получает раскрывшийся аромат, насыщенный, но при этом приятный. Weil die Kopfnote war eingedüftet zu stark. Потому что вот эти верхние ноты, они уже испарились, остались только ароматные. Und so können Sie da schon sagen, dass sich der Duft in diese Richtung entwickeln wird. И вы можете сказать человеку, что вот данный аромат раскрывается в данном направлении. Abschließend nochmal die Vorgehensweise zusammengefasst. Еще я хотел бы вам привести несколько примеров работы со Starbucks. Für Ihr Geschäft ist es wichtig, dass Sie planen, auch zum Beispiel, wie viele Starbucks möchte ich in Umlauf bringen. В вашем бизнесе очень важно планировать количество Starbucks, которыми вы пользуетесь в работе с клиентами. Das kann ich nur in meiner unmittelbaren Umgebung machen, denn ich habe höchstens 3 Tage. Lasse ich die beim Kunden und hole sie dann zurück. Этот метод, он относится к работе с ближайшим окружением, с теми людьми, которые, может быть, живут недалеко от вас. Потому что вам нужно будет оставлять на, скажем, 3 максимум дня этот Starbucks у клиента. Wer nach 3 Tagen nichts gefunden hat, wird auch nichts finden, weil er kommt gar nicht rein. Если по истечении 3 дней клиент не выбрал из Starbucks полюбившийся ему аромат, то это уже безнадежно. Wenn die Kundin sagt, auch kann ich den noch länger haben, ich habe es noch nicht geschafft. Если человек скажет, ой, можно я еще подержу себя в Starbucks, я пока еще не выбрал. Dann müssen Sie sehr clever sein. То вам нужно здесь все-таки быть умными и настойчивыми. Und Sie sagen ihr definitiv, kann ich ihn leider nicht noch länger da lassen. Вы должны сказать, что, к сожалению, я не могу у вас дольше оставить Starbucks. Wir müssen einen neuen Termin machen, weil ich habe jetzt schon jemand anders versprochen. Вы скажете, что мне нужно этот Starbucks передать другому клиенту, с которым у меня назначена встреча. Das ist ein Signal, dass Sie und Ihre Starbucks gefragt sind. Это сигнал, который вы подаете данному клиенту о том, что Starbucks имеет спрос. Wenn Sie den da lassen, ist es das Signal, das Ding will keiner haben, kannst du noch länger halten. Если вы оставите на больше чем на 3 дня Starbucks у этого клиента, он может понять, что ну, Starbucks можно дольше продержать у себя, возможно, ему никто особо не интересуется. Die Duftbefragung, die zeige ich Ihnen gleich, beziehungsweise Sie bekommen die ab sofort auch im Download-Bereich auf der LR-Homepage. Очень важно при этом использовать опросник для выбора того или иного парфюма. Я вам сейчас покажу образец, который, скажем, на немецкой страничке нашего сайта уже доступен нашим немецким партнерам. Denn wichtig ist, dass man auch einen Grund hat, den Leuten die Starbucks zu zeigen, einen Termin zu machen. Потому что до того, как вы начнете предлагать парфюм вашим клиентам, необходимо понять его предпочтения и его интересы. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache gerade einen Lufttest. Eine Duftbefragung, da brauche ich mal deine Hilfe. То есть, если вам необходимо провести опрос, узнать у человека его парфюмерные предпочтения, то вам нужен для этого соответствующий материал. Und dann plane ich ein bisschen Zeit ein, um diese Starbucks auch demjenigen zu überbringen. Думайте о том, чтобы правильно планировать ваше время представления, ну, презентации Starbucks клиенту. Ich habe genügend Duftstreifen dabei. При этом у вас должно быть достаточное количество тестеров полосок. Ich habe die vorbereiteten Duftstreifen dabei. У вас также должен быть вот в таком пакетике уже тестер с нанесенным парфюмом. Ich habe für die Nase zum Neutralisieren ein bisschen Kaffee dabei, Kaffeebohnen. При этом не забудьте, конечно же, взять с собой несколько зерен кофе, чтобы нейтрализовать запах того или иного аромата. Weil nach 2-3 Düften ist die Nase schon duftblind, da muss ich neutralisieren. Потому что уже после 2-3 ароматов парфюма нос не будет воспринимать, воняние притупляется. Und ich habe eine neutrale Tischdecke dabei. При этом у вас должен быть как бы нейтральный, стол оформлен нейтрально. Und darauf brauche ich dann bei der Kundin auch das Duftset schön auf mit ein bisschen Dekoration. И до встречи с клиентом очень полезно украсить свой стол, положить туда определенные вспомогательные материалы.
Stellen Sie sich das Schaufenster einer Parfümerie vor, wie schön das dekoriert ist. Создайте некоторую витрину парфюмерную. Покажите клиенту всю красоту. Machen Sie sich die Mühe. Es sind nur ein paar Minuten Zeit, aber machen Sie sich die Mühe, auch zu dekorieren, wie in der Parfümerie. Не отказывайтесь от этого. Посвятите время и украсьте свой стол, где вы проводите презентацию. Und dann machen Sie zum Beispiel die Befragung mit dem Dufttest. Oder Sie gehen das einfach der Reihe nach durch, um schon mal ein paar Düfte für die Kundin herauszufinden. Затем вы можете провести предварительный опрос данного клиента на предпочтение его того или иного аромата. Можно обойтись и без этого и сразу перейти к знакомству с ароматами Starbucks. Nach 20, circa 20 Minuten Beratung sage ich der Kundin, dass ich sie nun mit ihrer Starbucks, das ist ja die kleinste Parfümerie der Welt, и примерно через 20 минут консультирования данного клиента вы можете сказать ему, что Starbucks – это фактически самый маленький, миниатюрный парфюмерный бутик во всем мире. Dass ich sie jetzt damit alleine lasse, und dann nehme ich mein Duftset wieder mit und lasse ihr nur die Unterlagen mit der Starbucks da. И затем вы можете на некоторое время оставить в покое клиента, чтобы он спокойно сам познакомился с ароматами. Und sie kann dann in den Tagen sich mit der Sache beschäftigen und auch den Fragebogen, den Sie jetzt gleich sehen, ausfüllen. И затем через несколько дней вы можете снова прийти к клиенту, поинтересоваться, смог ли он что-то выбрать и, естественно, забрать у него опросный лист. Der Fragebogen ist im Normalfall auf einem DIN A4 Blatt, zwei Seiten. Ну, а вот так может выглядеть ваша анкета, с помощью которой вы можете узнать те или иные парфюмерные предпочтения клиента. Это может быть на четырех страничках, то есть обычные два листа. Und er ist auch sehr groß von der Schrift her, also nur jetzt hier auf der Folie ist er sehr klein. Здесь только часть представлена анкеты, при этом размер может быть тоже разный. Das sind einfach nur Fragen, die mich so ein bisschen näher auch ins Gespräch mit den Kunden bringen. Вопросы могут быть различными. Вы можете сами составить подобную анкету, но главное, чтобы вопросы, которые там отражены, могли вам помочь понять, какой же аромат наиболее был бы подходящим для клиента. Da kann zum Beispiel auch mal plötzlich der Weg nicht weggehen vom Parfüm. Im Gespräch komme ich auf andere Themen. И поэтому можно использовать эту анкету не сразу при этом, скажем так, отойти от темы парфюма, можно говорить на другие темы. Zum Beispiel bei Umfrage 2 können Sie ihn sehr schlecht erkennen, ich lese es Ihnen vor. Da steht, sind Sie Parfümträger oder Parfümträgerin? Frage 2 oben. Meinen Sie allergisch, oder? Ja, da oben. Sind Sie Parfümträger oder Parfümträgerin? Steht auf dem Frage. Вы можете, например, включить вопросник такой вопрос. Есть ли у вас какие-то реакции аллергические, может быть, на парфюм или нет? Da kann die Kundin oder der Kunde ankreuzen. Immer? Человек может сделать пометку, да или нет. Oder zu besonderen Anlässen? Вы можете спросить человека другим вопросом, вообще часто он использует парфюм или не часто, при этом или только иногда. Oder eher selten? Или может редко. Oder nie? Или совсем никогда. Oder darunter muss er eine Begründung schreiben. И при этом можно выделить две строки под этим вопросом для того, чтобы человек мог написать основание, почему он пользуется или не пользуется парфюмом. Manche sind allergisch. Потому что действительно бывают люди, у которых аллергическая реакция на духи. Wohin geht das Gespräch, wenn er eine Allergie hat? А куда дальше пойдет разговор, если зайдет тема аллергия? Алоэ вера. Алоэ вера. Sehr gut. Очень хорошо. Nahrungsergänzung. Пищевые добавки. Ich komme mit Parfüm und gehe mit einer Partnerin wegen Nahrungsergänzung. Подумайте только, я прихожу к человеку предлагать парфюмерию, а в итоге я могу ему предложить пищевые добавки. Der Fragebogen ist an sich nicht entscheidend von der Auswertung. Конечно же, сама по себе анкета не всегда может быть решающим. Er wird nur für Sie eine Gesprächsgrundlage sein, eine Hilfe. Но все-таки полезно иметь такую анкету, которая может послужить вам хорошим средством в работе. Und deswegen bekommen Sie den im Download-Bereich und können den so oft Sie möchten kopieren. И поэтому, либо можно скачать вот эту анкету в немецкой версии, да, и сделать перевод, либо можно самому составить ее. Und zum Schluss steht auch noch auf dem Fragebogen ein Dankeschön an den jeweiligen Kunden, an den Tester,
und vielleicht sogar ein kleiner Warengutschein. И не забудьте, составляя самостоятельно подобную анкету, непременно в конце этой анкеты написать благодарность человеку за то, что он уделил вам внимание, время и, возможно, выбрал парфюм. Напишите спасибо. In Deutschland sagt man, mit Speck fängt man Mäuse. Потому что... In Deutschland sagt man, mit Speck fängt man Mäuse. Also потому что в Германии говорят, у нас есть такая поговорка, дословно перевести, если сыром ловят мышей. Also, machen Sie sich attraktiv. Поэтому сделайте себя привлекательным. Der erste Schritt, wie man sich attraktiv macht, interessant, man sollte gelernt lächeln. И самое главное, как можно себя делать аттрактивным, привлекательным, это просто улыбаться. Спасибо за внимание.